Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Рыжик, мы продолжаем играть в Mass Effect 2. Точнее, мы в нее, скорее всего, уже, наверное, заканчиваем играть. Так, карта галактики открыть. Блин, ну у нас, наверное, все, да? Что это? А что это такое? Я не поняла. Вход в систему. А куда нам надо-то? Ну-ка, погодите, я что-то не совсем поняла, просто куда нам надо. Так, журнал. Остановить коллекционеров. Воспользоваться ретранслятором Омега-4. Как? Как им воспользоваться? Где он вообще? Там он еще что-то. Так. Отправиться на самоубийственное задание? Нормально. База серого посредника. Ау, кстати. А нам туда не нужно? Море теней. Тут все 100%. Тучанка, цитадель. На цитадель нам тоже не надо, наверное. Так, у нас тут все по стольнику вроде как. Я бы, конечно, отправилась на базу серого посредника. Я не знаю, правда, что там как. Может, туда и не надо, собственно. Да не, вроде все прошла уже. Все прошла. У нас тут ничего и нету. Так там повыше как-нибудь можно? Ни хрена не вижу. База серого посредника вон там. Просто может там какие-нибудь эти... что-нибудь интересное будет. Хотя, конечно, в этом очень сомневаюсь, но... Капец, сюда, конечно, лететь. Очень далеко. Ресурсов у нас до хрена, я, в принципе, собирала везде ресурсы, где только можно было. Вот. О, смотрите, тут отремонтировали, что ли, все? Привет. Да. А, так. Смотрите, нам платину еще дали. Прикольно вообще, да? Так, нет продолжения, продажи информации нет. Окей. Ого. Так, возможности инвестирования. Так. Ура, адмирал Хакет и пятый флот устроили засаду на пиратов, грабящих колонию. Супер. Так. Тут смотри, доклад о задании готов. Удача, полиция тайно выделила вам долю конфискованных на наркофабрике денег.
смотри, нам еще и деньги за это дают. Вообще прикол. Фонд СИРТа не может начать испытание нового перспективного антибиотика из-за ошибки в оформлении документов. Воспользуйтесь своими связями, чтобы помочь фонду преодолеть бюрократическую блокаду и начать клинические исследования. Так, синие светила набирают силу, становятся слишком опасными. Разверните общегалактическую информационную кампанию, в которой будет широко освещаться коррупционные светилы и их часто конфликты с нанимателями. После этого часть потенциальных заказов светила отойдет к конкурентам. Так, продажный политик пытается обложить большим налогом заводские, завозимые в его систему товары земного производства в обмен на откат от местных бизнесменов. Ага. Разрушить репутацию политика компании на подискредитации, чтобы его предложение не прошло. Да. Так, химическая война. Компания Binary Helix пытается разработать для солдат Альянса гормональные импланты, нарушающие закон Цитадели. Компания будет очень вам благодарна, если вы заранее предупредите ее о визите инспектора. Давай. Все сделаем. И чё? Заказ будет готов завтра. A Palvin agent has obtained the equipment used to record the General Partinex and Kilox Tanis duo. Так, ну тут всякие переписки. В принципе. Дейн. Много чего там можно посмотреть. Повышение квалификации. Так, а тут, короче, покупаешь и переподготовить можно любого из членов экипажа. А, здесь тоже. А, ну здесь это можно себя поменять. Так, вот здесь улучшение. Ну, блин, улучшение у меня нема. Ну и что ты делаешь? Shepherd. Приветствую. Так. Так. Кстати, вот этот прикольно красивый он такой. Take it easy, Baron. Thanks. Ну тут видеоархив. Нахрен он мне нужен? Не хочу тут ничего смотреть. Так. Блин, я хочу там вот эту информацию мне надо. Там завтра будет готов. Завтра я не хочу. Хочу сегодня. Блин. Как сделать, чтобы там все подготовилось? Может быть, вернуться на Нормандию обратно? Может быть, там уже туда. Может, там уже все готово будет? Конечно, навряд ли. Но я попробую. Ой, ну блин, чё вы меня так далеко-то отвезли? Уже оттуда. Конечно, приземление, чё? Чё ж тут? О, предмет какой-то. Чё за хрень?
Ну так нечестно, но уже прошло завтра уже. Shepherd, I'm glad you came. Гады, блин. Гады! Должно какое-то количество времени, наверное, пройти. А, вот. Ладно, в принципе, нам уже ждать-то времени, как бы, ни времени, ни сил, ни желания нет. Так. Тихо ты. Ничего тут нет. Где у нас там ретранслятор-то хоть? Туманность часы. Денег у нас вообще пипец. Ну чё? Погнали мы, наверное, на самоубийственное задание. Чё ж ты делать-то, блин? Мама, я не хочу туда, но надо. Омега-4, блин. Может, не надо? Твою мать. Ретранслятор Омега-4 окружен маяками, предупреждением опасности. За последние несколько тысяч лет через него прошло немало кораблей, но ни один не вернулся. Единственное, кто беспрепятственно пользуется ретранслятором, таинственный коллекционер. Существует много теорий, которые объясняют, почему ни один корабль не вернулся от Омеги-4. Некоторые считают, что на другой стороне ретранслятора находится черная дыра. Другие, наиболее обездоленные жители Омеги, верят, что там настоящий рай. Большинство же пришло к выводу, что коллекционеры уничтожают все корабли, рискувшие пройти через ретранслятор. Please confirm destination, Shepherd. The Reaper IFF is online, but there is a chance that the Normandy may not survive the Omega-4 relay. Once we are en route, we are committed. The collectors took my people. Time to go get them back. You got it, Commander. Plotting a course for the Omega-4 relay. ETA about 2 hours. I'll let you know when we arrive. Мама! Да, о, да, yeah. See, I have known I will die for many years. I've tried to leave the galaxy better than I found it. You've helped me achieve more than I thought possible. We've righted many wrongs. I've spoken to my son. I should be at peace on the eve of battle. Stop. Don't give me a speech. I'm ashamed. Чё говорить, давай уже. Чё за дела-то? А ну, вернулся назад быстро. Ну, стол ты зачем ломаешь? Hard, meditated and prayed and done good deeds, atoned for the evil I've done, prepared. I consider my body's death and a chill settles in my gut. I'm afraid and it shames me. Zane. Be alive with me tonight. Oh.
фукалки не надо фукать. А мне нравится Тейн, прикольно. Shepard, I wish I had more information for you. I don't like you heading through that relay blind, but we don't have much choice. I'm not going alone. I've got some of the best working with me. If we stick together, we'll make it. I knew we brought you back for a reason. I've never seen a better leader. Despite the danger, it's a great opportunity. The first human to take a ship through and survive. Mm-hmm. I'm going to destroy the collectors to stop their attacks on humanity. Understood. It's still impressive. I just wanted you to know I appreciate the risk you're taking. Regardless of your opinion of Cerberus, of me, you are a valuable asset to all of humanity. Be careful, Shepard. Охренеть вообще. Approaching a Mega 4 relay. Everyone stand by. Let's make it happen. Reaper IFF activated. Signal acknowledged. Commander, the drive core just lit up like a Christmas tree. Drive core electrical charge at critical levels. Rerouting! Ёшкин кот. Оу. Brace for deceleration. Ого! Ох, нифига там. Обломки? Обломки от кораблей, япона мать. Too close. Охренеть там вообще. Это, вот знаете, кладбище вообще напоминает реально вот. Well, these must be all the ships that tried to make it through the Omega 4 relay. Some look ancient. I have detected an energy signature near the edge of the accretion disk. Has to be a collector base. Take us in for a closer look. Nice and easy. Опа, ты чё за хрень такая? У нас тут какая-то фигня засекла. Ого. Чё это за хренатень-то вообще такая? Мачи! Ого. Round. Come on, girl, let's give it to him. Какие-то, блин, эти осы мелкие. In the cargo hold. I'll take a team and deal with the intruder. You get the rest of them off our tail. Aye, aye, Commander. И кого вот мне брать? Вот это вот тяжелый выбор, тяжело. Так, пройдемся. Значит, информация. Перегрузка светошумовой гранаты, смертельный удар тени. Это, конечно, очень хорошо. Сильная ударная волна, притяжение. Дробовики и большие пистолеты. Угу. Так, это что у нас с тяжелым ударом? Так, добавить ее. Чуп еще-то. Кого вот информация?
взлому, если не считать гетов и штурмовой дрон тоже. Ну, двоих-то я не хочу брать, мне биотик, наверное, нужен. Давайте так сделаем. Так, одно очко. Деформирующие патроны я не доделала. Надо было вместо броска на деформирующие патроны делать. Они еще очень, кстати, прикольно. Ну и здесь тоже у нее только три. Что могу сделать? Тут нам не хватает. Случайно нажал. Так, секунду, у меня... Так, 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 око, око. Быстро вспоминать надо мне. Так. Come on, find some room. Kinetic barriers at 40%. Reroute non-critical power. This is gonna hurt. Kinetic barrier steady at 30%. No significant damage. Take the helm, Edie, and keep it slow. See if we can avoid any more attention. I have detected an enemy heading for the cargo hold. That thing again? This one's up to Shepard. To the right. Get here. Воу-воу-воу. Охренеть. Плохо. Need something with more firepower to take this thing down.
Тихо. Так, быстро, ага, прятаться нахрен. Так. There it is, the collector base. Ё-моё, я не хочу туда. Там, блин, там пипец. See if you can find a place to land without drawing attention. Too late. Looks like they're sending out an old friend to greet us. Трындец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Time to show our new teeth. Fire the main gun. How do you like that, you sons of bitches? Getting close and finish them off. Everybody hold on, gonna be a wild ride. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не-не-не-не-не-не-не, все должно быть хорошо, я все починила, я все сделала, я поставила все там апгрейды. А, тихо. Ой, блин. Оу-оу-оу. Okay. I think I broke a rib, or all of them. Multiple core systems overloaded during the crash. Restoring operation will take time. We all knew this was likely a one-way trip. Our primary objective is to destroy the station and stop the collectors at any cost. Well, then we're off to a good start. What's next? How long until the collectors find this landing zone? I do not detect an internal security network. It is possible the collectors do not expect anyone to reach the base. Well, if we're lucky, their external sensors were hit like we were. They might not know we're alive. This isn't how we planned this mission, but this is where we're at. We can't worry about whether the Normandy can get us home. We came to stop the collectors, and that means coming up with a plan to take out this station. Edie, bring up your scans. You should be able to overload their critical systems if you get to the main control center here. That means going through the heart of the station, right past this massive energy signature. That's the central chamber. If our crew or any of the colonists are still alive, the collectors are probably holding them in there. Looks like there are two main routes. Might be a good idea to split up to keep the collectors off balance, then regroup in the central chamber. No good. Both routes are blocked. See these doors? The only way past is to get someone to open them from the other side. Так. It's not a fortress. There's got to be something. Here, maybe we can send someone in through this ventilation shaft. Practically a suicide mission. I volunteer. I appreciate the thought, Jacob, but you couldn't shut down the security systems in time. We need to send a tech expert. Сейчас себя. It's your call, Commander.
What do we send into the shaft? Твою мать. О, нет, нет. Почему? Так, выбор специалиста. Выберите технического специалиста для вскрытия двери. Технического. Далее. Значит, даже сильнейший из курянских инженеров считает ее гением механики. Она любит справляться с техническими сложностями, которые требуют приложения ума, а не грубой силы. То есть, блин, это на смерть я отправляю, что ли? Профессор, убийца, воровка. Так, Джейкоб, сержант, ветеран, легион. Детали, наверное. We need someone with tech skills to hack that security system. Tally, you're up. I won't let you down. The rest of us will break into two teams and fight down each passage. That should draw the collector's attention away from what you're doing. I'll lead the second fire team, Shepard. We'll meet up with you on the other side of the doors. Not so fast, cheerleader. Nobody wants to take orders from you. This isn't a popularity contest. Lives are at stake. Shepard, you need someone who can command loyalty through experience. Так. Выбор. Выберите лидера для альтернативного отряда. Благодаря генетическим модификациям она превосходно умеет все и без труда может превратиться из сильного биотика и обученного солдата в прекрасную тактику и неутомимого стража. Да, Миранда. She should be in charge. I won't let you down, Shepard. I don't know what we're gonna find in there, but I won't lie to you. It's not gonna be easy. We've lost good people. We may lose more. Так. Так, так, так. От нас зависит чужая жизнь. We don't know how many the collectors have stolen. Thousands, hundreds of thousands. It's not important. What matters is this. Not one more. That's what we can do here today. It ends with us. You know what we're made of? I say we show them on our terms. Let's bring our people home. Опять мне сейчас только двоих брать. Остальные что будут делать, мне интересно вообще. Ладно, двоих мы отправили. Альтернативный отряд и механик, да? Нам... Блин, ладно. Так, это специалисты, это стрелки. А с собой ты мне кого брать? Я вообще не знаю, блин. Ой, это жесть. Так, информация. Взлом ИИ, усиление щита гетов и штурмовой дрон. Ну, в принципе, я вот даже не знаю, как быть-то. Касуми Джек. У нее деформирующие патроны. А, в принципе, наверное, Джек я возьму. Разрывные, деформация у него, вот бросок, снайперская винтовка, все дела, блин. Ну, биотиков нам не надо много. А, притяжение. Так, оборона сжигает. Нам, наверное, нужен легион, скорее всего, будет. Потому что здесь у него штурмовый дрон есть, так же, как у Тали, да, усиление щита. Взлом и у него. Хотя он, по-моему, кстати, у меня не прокачан. Не знаю, сейчас дадут нам прокачать, нет. Кто еще может у нас чего-то? Заморозка? Да нет, это воспламенение. Блин, коллекционер, коллекционер, взлом и там не пойдет. Вообще хорошо Касуми, она добивает сзади, у нее удар тени есть. Гарус, кстати, у него бронебойные патроны, тяжелая перезагрузка, есть оглушающий выстрел. Он, кстати, очень хорошо тоже подойдет.
А у Дэйна что? Ну, у него тоже деформация, разрывные патроны есть. Блин, это что-то бронебойное. Нет, не пойдет она к Асуме там. Давайте я Гаруса надо с собой возьму. Джек и Гаруса. Ну, все равно мне, в принципе, девать-то некуда. А, так. Так, у Гаруса что? Ну, мне это выбирать тоже особо-то и не приходится. Тут у меня ничего и нету такого. Так, эффективно против брони, но слабо пробивать щиты, биотические барьеры. Неплохо пробивать броню, против щитов биотических барьеров не так эффективен. Хорошо пробивает броню, но со щитами биотическими барьерами справляется плохо. Так, ну тут, в принципе, все это вот броню пробивает, но... Лазерный прицел. Так, ладно. Да, фалангу я возьму. Я что-то с ним не ходила, кстати, вообще, по-моему, даже. Так, снайперская винтовка, тяжелая винтовка. У Джек пистолет фаланга и дробовик Ятаган. В принципе, должно этого хватить. Я не знаю, это жопа. А что остальные будут делать? А, там и Тейн пошел тоже. Так, спите бой с коллекционерами. А-а-а, нормальный вы вообще, да? Вы нормальные. Я не хочу. Здесь жарко, но чисто. Хорошо. Так, окей. Работаем. Так, вниз. Так, а вверх более тяжелое, да, там оружие. Так, четверка. Лучи, падла. На. Что-то летит.
На. Concussive shot ready. Так, ребята, вы ко мне не можете поближе? Отлично. Miranda here. We're taking heavy fire, but we're moving forward. Так, их обстреливают там уже. Плохо дело. Так, а у нас патроны здесь я могу взять, да? Так. Ну тут я не вижу патрон. Мне бы вон туда еще пробежать. Так, еще патроны взяла. Так, ребятки, давайте за мной. Один из восьми. Иду вперед. Окей. Одна из восьми. Оба. Так, тихо. Ты смотри, как упадла. Сейчас, сейчас, Таля. Держись. Да, 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 все хорошо. Я стараюсь. Так, сейчас. Сейчас. Тихо. Да, 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 я иду. Блин, Тали у нас, если что, погибнет. Да-да-да-да-да. And stay there.
Да. Меня убили, походу. А, нет. У нас лаги, баги. Так, идем мы дальше. У меня там... Так, а мне туда еще надо. Убили. Нет, сюда мне нельзя подходить, он меня убьет. Надо, короче, быстро это все делать, потому что Тали умрет и пипец. Пипец. Забил он меня все-таки.